жители Северной Осетии могут познакомиться с ближневосточной культурой. Во Владикавказе стартовал фестиваль иранского кинематографа. Инициатором стало посольство Исламской Республики Иран в России. Его представители во главе с послом специально прибыли во Владикавказ. Впервые жители республики познакомились с культурой Ирана в 2007 году. После представители Ирана пригласили на гастроли государственный осетинский ансамбль «Алан», который покорил публику своим национальным колоритом, техникой и индивидуальностью. И вот спустя несколько лет фестиваль иранского кино вновь в Северной Осетии. Мы рады, что вот это кино, которое вам показывали здесь в течение недели, это тоже будут говорить не только об Иране, будут говорить о нашей общей истории, о нашей общей культуре и общей традиции. Иранское кино – это уникальное явление в современной мировой культуре. Оно не похоже ни на голливудское, ни на азиатское. Кинематограф, который имеет свое лицо и не следует стандартам 21 века. У него свой уникальный художественный язык. Впечатление такое, что вся делегация и народ Республики Иран крайне расположен к Осетии. И ими движет искреннее желание узнать о культуре Осетии, о народе Осетии как можно больше. Добро и зло, вопросы морали, семейные ценности – вот основные темы фильмов. По словам организаторов, эти встречи должны стать традиционными. Они способствуют сближению родственных культур. Ирина Дзабаева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.